Спасибо. Билл, никогда по поводу не умрет. Твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Да и хрен с тобой. Я на Джерарда Батлера похож. Будут у меня еще нормальные друзья, которые стреляют, когда меня жрут, блять, зомби. Нет. Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Главное, что не игромания. Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Ха. Надо же, уцелела. Ох, блин. Нет. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билик ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как? Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шума? Мою фотку, что ли, нашли? Страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Квачи прилетели? Я стараюсь. Я стараюсь. Сам вижу, что дождь. Спасибо за $18. А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Блин, он все это время этот дерьмовый музон не, слушал. Только не это. Просто отлично. Что теперь? Кот опять там засел. Опять под этой хреновиной. Ладно. Новая лока какая-то. Эй! Прошу! Охренеть! Не-не-не-не-не! Мы ему поможем? Какой? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Да опять что ли? Че ж такое? Блин, квачи, веришь? Нет, вел осторожно. Не знаю, почему так получается каждый раз. Что с дочкой, что сегодня? Я в порядке. В порядке. Так вылезай, скорей. Иди сюда! Отцепись, недоносок! Блин, давайте уже это, кутые... Ага. Ой-ой. Больно, наверное. Я тебе покажу. Я тебе покажу, братан. Я тебе покажу. Я таких, как ты, на завтрак ем. Придурок, блин. Вот ублюдок. Давай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Плохой район. Берегись! Лежи! Так, так, так. Не ссы, не ссы. Это мой конек. Перестрелки, это мой... Не-не-не-не-не-не-не-то!
Да не высовывайся. Ща. Ща все будет. Учись, детка. Да блин, ща все. Да сейчас. Детка, держись. Вот так вот. Вот так вот, сука. На! Понял, что такое связаться с принцем из Шервовского леса. На нах. Ой-ой. Че, не все, что ли? Над автобусом! Да над каким автобусом? А, нормально. Так, надо слушай, похиляться, походу. Че-то я тут это... разошелся, да не в ту степь, по-моему, попал. Да, блин, я ж стрелял. Так, детка, ты должна мне помочь. Или нет? Деревяшку-то отдай. Чё там? Ой, чёрт, у него, блядь, дробовик. Всё. Так, это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь. Так. Смотри, что я нашла. Ну, спасибо. Похиляемся до фула тогда. Ну чё, ребят? Всё, наверное. Всё на сегодня. Я реально неважно себя чувствовал сегодня, поэтому я думаю, что 5 часов достаточно для первого раза. Игра вообще очень нравится. Так что будем допроходить без сомнений. Сейчас проверю, как сохранение работает. Ну, да, наверное. Ладно. Ладно, на этом все. На этом все на сегодня. Тихо, шел вон. Нельзя. Пш. Так. Так, ну все. Спасибо, ребят, что пришли сегодня. Спасибо, ребят, что сегодня пришли на стрим, поддержали меня подписками и всем остальным. Я думаю, 5 часов нормальный стримчан. Обычно я 6 где-то, но сегодня час не дотягиваю никак. Подустал. С непривычки. Давайте увидимся завтра, я надеюсь. Если завтра не будет, то послезавтра точно приду, не переживайте. Так. Дропает что-то очень сильно сейчас на стриме. Не знаю почему, но тем не менее. Спасибо еще раз всем и подписавшимся. Я надеюсь, вам понравились мои приключения в мире Last of Us. Sorry, что роковал. И все такое. Ну, старался как мог шутить и все. Остальное давайте, приходите еще. Сейчас, не знаю, отдыхайте. Отдыхайте до завтра.